Вот такой бардак творится на территории дома 56/1. Подрядчик, благовещенская организация, раскопала все вокруг. Не почурались. Люди построили здесь уют. Цветочки цветут. Все позавернули. Все. Залепили все глиной. Жильцы старались, благоустраивали. Разворочили, не предупредив жильцов. Раскопали везде. Все вывернули. Вот во что превратили цветники. С цветущими цветами уже. Им по барабану, что люди тратили энергию, деньги, рассаду покупали, поливали, ходили. Пришли боги-копатели, все разворочили. Микрорайон 2, дом 56/1. Переломали все лавочки, перевернули все газоны. И никого на трассе нет, работников. Вот так. Приехали залетные гастролеры, ремонтируют. Хочешь заработать 5000 рублей? Участвуй в проекте «Мой экшен» на АСН-24. Снимай и отправляй интересное, смешное или скандальное видео на наш WhatsApp. Спонсор проекта – торгово-сервисная компания «Макс Интер».